такая пессимистичная оценка, ну, в общем. Не, ну, обычно у нас 70, да, у нас обычно 70 где-то, ну, будет 40, будет всего 40, да. Всего 40. Микрофинансы? Микрофинансы скажут, что в силу достаточно серьезной зависимости от банковского кредитования сегмента трудно предсказать рост рынка, поскольку нет источника займов, которые можно выдавать. А если с фондированием все нормально, то есть банки будут чувствовать себя комфортно, то думаю, что мы вырастем минимум на 30% в этом году. А, соответственно, если с фондированием будет плохо, то придется расти из прибыли, что, соответственно, очевидно, медленнее. Я затрудняюсь сказать, что представляет гильдия, какую отрасль, поскольку аналитики и риск-менеджеры, они, в общем, работают практически во всех организациях. По банковской сфере могу сказать более откровенно, потому что если вот будет такая достаточно спокойная обстановка, и учитывая, что сейчас планка для физлиц по системе страхования вкладов увеличилась в два раза, то, в принципе, рост там точно будет. Вот. А в целом по рынку, я думаю, что да, мы примерно находимся внизу, то есть, но и какой-то кризис он может быть. Ну вот представьте, да, что-нибудь опять, какая-нибудь заварушка начнется, и опять очень многие сегменты, да, ждут там, ну, 30-процентное падение, например. Вот, но все равно вот сейчас низкая база, честно могу сказать. Если у кого-то есть желание начать новое дело или там даже купить российские акции, ну примерно об этом надо задумываться.